К дальней, дороге в Непал, спускаясь с Тибета, каждый готовился по-своему. Шикарно. Ну? Шикарно. То есть это на виноградниках Тибета, да, я так понимаю, взращенные? Ой, кисляня. Ну, вчера пробовали хорошие. Тибетская, красный суп. До Китая пойдет. Да, но я так понимаю, специально сделал такой гадостью, чтобы алкоголиком не стать. Ну да, у нас еще две бутылки. Ну как тебе? Вот, отлично. Кислая. Кислая, да? Вчера кислая. Лучше, вчера кислая. Была хорошая. Потому что Роза была сильно довольна. Кого еще? Кого еще? А вот там мужчина есть с довольной Розой, передай ему. Какой именно? Вот это. А ей уже передали. Который светится? О, слушай, вот, только два снаряда могут взять эту цитадель. Too much wine you are drinking. Oh, I'm on holiday. I'm fine, by the way. Hard work finish. Hard work finish, yes. But I don't believe my birthday is in bus, you know? Yeah. Yes. Да. Вот она тибетская аутентичность, новая аутентичность. Я сегодня гулял просто по Лхасе, ну там это ходил везде. Вот и все это самое думал. А вот, наверное, это же ужасно, да? Вот человек, допустим, летит в Лхасу, да, или там едет в Лхасу, и думает, сейчас там, как в Москве, вот сугробы, медведи ходят, а здесь, допустим, яки, навоз везде. Ни яков, ни навоза. И тибетцы такие стилизованных этих своих шапках, пахнущие Диором, понимаешь? Это где таких ты видел? Где-то ты полно! Где-то гулял. Да, слушай, на улице Ленина, где же еще? Нет, я могу сказать свое впечатление. Давай. Хас – это такси. Да, сине-белое. Есть город, сине-белое такси. Это любой китайский город, только там разноцветные такси. А здесь сине-белое, поднебесное, понимаешь? Поднебесное. А мне вот эти вот, смотри, сними их. Видишь? Которые? Набились кто-то и радуются. Где? А, эти-то? Ну вот на них съемку и закончим. Вот это вот самое, как запоминающееся черта. Аутентичность надо держать в узде. Патрули вот эти, автоматчики, шпионы на крышечке. Аутентичность надо держать в узде. А так обычно...